Так, ну я так полагаю, Термала матч первый против Тру. Все, залился вот вчерашний, будет обрабатываться. Короче, из кадра ТВ то поднимается, то падает, ребят. Ну, ждем, в общем-то, начала. Сегодня после данного турнира я, естественно, завершу стрим. Так, докопались-то там этот Ривкинс до этих. Пацаны, может, первый раз турнир проводят такого уровня. Вот. А они докопались, ё-моё, что-то до них.
Скадла ТВ уже ничего не поднимет. Да на секунду, там чатик что-то отвалился. Короче, непонятно что-то. То ли начинается, то ли не начинается. Я не знаю, что там кто говорит. Я думаю, что со штормами можно придумать, как будет это работать все против лингобеллингов. Почему? Потому что штормы не работают против люры, например. Она слишком гигантский рейндж имеет. А против вот таких миксов главное, чтобы было что штормить. Все. Ну, не факт, что как бы, да, может быть, и не очень будет работать. Так, что меня-то заинвайтит кто-нибудь, не? А, вот. Эмил тут есть, слава богу. Через него я прыгаю. Не, сегодня привет, Сильяр, сегодня никаких рекордов не будет. Ну, стрим идет с 12, как бы, с 11 часов. Уйдет он уже 6,5 часов, между прочим. Вот. Ну, вот и я видел, что ожидается там восстановление с чатом. Ну что, труп против Ютермала сейчас будет, ребят. Возвращайтесь сюда. Сейчас серьезный замес ожидается. Постримим сейчас, посмотрим эти отборочные и все. Что у нас завтра, я вот хочу выяснить. Завтра пролиги, к сожалению, не будет. Так, через 9.42 Копа Американская, Интернешнл. Алима Лига завтра. Так, пишет, ну Алима Лига, хрен с ним. Видимо, завтра я поиграю немножечко FP-шки и что, и ничего.
Не знаю, короче, попозже турниры рассосутся, будет понятно, что там и как. Ну, что-то про лига слилась сегодня, и завтра и не видно. А, завтра, ё-моё, завтра же Starline Лига, точно. Ничего, говорю. Конечно, завтра Starline Лига. Ну что, Ючермал говорит про 4:20. Время уже затянулось. И тут кто-то ходит такой. Кто это такой? Кто это ходит, дрыхнет там, а? Уже хочешь погулять, не надо, да? Я знаю, что хочешь, брат. Но я пока с пацанами смотрю, зергов, просто. А попозже мы и с тобой выйдем. Иди пока на полежи на моем лежаке конкретном. Кое-кто последовал моему совету. Чё-то там чалик нализывайте. Так, день воздушного флота. Я в пятницу был у нас в Крестах, вот. Ну, это аэродром. Как бы и военные, и гражданские, там день открытых дверей было, илы стояли. Я так понимаю, это к Дню Воздушного флота было все приурочено. Вот. Ну а так с Илюхой отметим в начале сентября, когда в Кубинке будем смотреть выступления всех-всех-всех. Нет, Showtime Major, я думаю, будет идти... Нет, ничего параллельно не будет, все будет друг за другом.
Так, у всех уже бомбить начинает, что игру не начинает. Ну, конечно, уже могло быть сыграно это Бо-3, на самом деле, трубы два раза за Беллинг Бастил бы ее термало, и все уже. Следующий матч бы был. Вот. Так, что-то Грузенчикс. Сейчас не знаю, у кого затормозился, у меня, не у меня. Рамси 3 пятерки. Только что сам играл 2 часа подряд. Между пролигой и вот этим турниром. Ну все, начинается игра. Пинг на Европе нормальный. Вообще пока не поднимается. Ну я думаю, полтинничек где-нибудь стандартно днем. Кто-то лагает. Кто-то явно лагает здесь. Кто лагает? Я хз. Наконец-то мы начали, погнали. Все вроде отлагало, все в порядке. Депошечка. Депошечка барага. Суютермала. Рипер, соответственно, утру стандартная хатка. 17-я здесь. Каком на евро, конечно, играют. На каком же еще здесь играть должны? Тру из Америки единственное. Ну, для Ютермала плюс безусловный, да, как бы. Ну, из Америки в евро там как бы не так, как из Кореи в евро все-таки. Так, 120 сек, задержку-то выставил, сейчас я гляну. Да, 120, а то вдруг нолик лишний приписал, 20 минут поставил, например. Привет, Рус, браток. Сам я ладер играл-то так. Ну так, пару раз за сегодня бомбило у меня от тиранов. Накрыл меня сегодня тиран однобазовым пушем, но у него 5800 ММР был очень неплохой. Зерк меня сегодня разорвал. 6200 с лишним ММР, такие мне вообще не попадались никогда. Пока что. Вот. Ну и так выигрывал я, вот, например, Лайта Протоса, который дестабилизаторов любит, и я раньше отдавался в мясо, ему сегодня 2 раза пробрил. То есть, ну как так, играю ладдер. Надо чаще играть, а у меня регулярности нету, поэтому, как бы, ну о чем тут говорить. Так, ну, ТПМчик могу вам поставить пока так смотреть. Оверов тру развешивает. Делается мув овером, делается мув лингом. Короче, так, в общем, на расслабоне. Привет, Скип 63. Привет всем, ребята, в общем. Рад вас всех видеть.
Сейчас уже скоро и 6 часов будет, так что даже после работы многие успеют посмотреть StarCraft. Вот. Ну и давайте смотреть самое начало. 4 у нас сегодня матча будет на данном турнире. Это отборочная на ВЦС Копа Америка. Это турнир, который пройдет в Мексике в начале сентября или там в середине, или даже, я не помню, то ли в 20-х числах сентября. Кто не скажет, чатики знают, я не буду сейчас лазить смотреть. Копа Америка покидает игру, смотрю. Вот, Риперочки Славу контролит. Вот, 4 матча будет. Здесь это лузера у нас. Ютермал против Тру играет. Это малый финал лузеров, так называемый. Вот, в Венерах у нас остались в финале Венеров Мейджор и Шоутайм. Они будут друг с другом биться, соответственно. И только одна квота ждет. То есть Мейджор эти побьются, вот эти товарищи, которые сейчас смотрим. Кто-то пройдет дальше, Мейджор Шоутайм опадет. Кто-то проиграет, попадет на победителя этого. Потом так, эти попадет на победителя, да, они сыграют, и потом финал общий будет, супер, типа финал. Что-то маслинги здесь утро, это Беллингбаст абсолютно очевидный против билда с передропом. Так, мимо оверов летит, кстати говоря, сейчас Ютермал, или прям на овера попадет, прям на овера попадет. Но зато спалит его и пробреет. А в это время Марик еще лингов видит, я надеюсь, Ютермал понял, что происходит вообще. К нему пуш идет дикий сейчас. Нету бункеров, ничего вообще дома нету у Термала. Он пытается идти вперед. Здесь пару бэйнов, 16 здесь на... Ну вот я не знаю, Тру постоянно этот билд делает, который контрит вот это все дело, но почему-то не готовы к нему тираны вообще нифига. Так, 17 бэйнов на Морфина, но хорошо, хоть лингов здесь много не будет во врыве в этом. Я не знаю, что здесь у Термала получится, но это потеря точно нижней базы. Придется уходить на мейн на ХГ. Бэйны пытаются зайти. Какие-то фризы пошли непонятные. Стимпач сейвит термал. Нужно отводить. Депошку не закрыл. Какой провал? Депошку-то не закрыть. Так, нужно фокусить сейчас. Игра приостановлена. Так, лагает. У кого-то жестко лагает. У меня нет лагов. Действительно, кто-то лагает, я не знаю, кто. Вот лаги кончились. Пытается кайти здесь Ютермал Марикина. КСМки Бейна встречают. КСМ к Бейлинге взрывают. 40 на 65 здесь дропчиком. Ничего вообще Ютермал не сделал. 26 КСМ уничтожено. Это провал, ребят. Вроде как отбился Ютермал, но все печально. И опять лаги начались. Ну кто лагает-то там, ё-моё. Вроде не я. Если бы лагал, бы пинг бы был высокий бы то. Видимо, кто-то из американских игроков, ну, американские обсерверы есть вот эти из Мексики. Так, кстати, грейды у Ютермала выжили. Что самое интересное, вычинивать надо инженерки. Где вычинка-то, ё-моё, Ютермал? Ну вычинивай же ты, черт побери, вычинивать не успевает. Ютермал взрываются, грейды. Марики еле живые. Один грейд выжил, и это армор. Это не атака, к сожалению. Гораздо важнее, чтобы выжила атака. А Ютермал тем временем третью хату здесь пробрил оппоненту своему. Инженерочка восстанавливает. Здесь Марика бы забрать не помешало бы. Ну куда он? Зачем он здесь стоит-то вообще? Опять беллинги поперли от Тру. Нужно вычинить депошечку. Депошечку Ютермал не чинит. Почему он не чинит ничего? Вообще не понимаю. Масс-мулы здесь добывают. Все, беллинги идут вперед. Ютермал возвращает один медивак, надо отступать от бэйнов сейчас на ХГ. Гранаточка кидается, очень неплохо гранатка здесь дэмэджит. В это время медивак с частью мариков летает, там утру где-то. Ютермал великолепно катит, просто бэйнов сейчас, обратите внимание. Так, бэйлингов раскатил, рипера нить потерял, марики вообще здесь нормально все делают. Нужно стенку восстановить, как бы, и продолжать агрессию, судя по всему, Ютермал. Здесь несколько мариков, и идти вперед надо ему. Так, медиваки есть, скан минус криптуморы, линги возвращаются, лингов Ютермал встречает, очень больно им делает.
загружается, улетает. Нужно выход делать, но на стенку ресурсов нет пока у ютермала. Вот в чем печаль. Утру 1-1 делается. Вот как-то вроде можно, можно было бы попытаться получше все сделать. Вообще лагает жестко. Эмиль, да, есть в апсах Эмиль здесь. Ну сейчас с новым батлнетом после патча это может быть у кого угодно лаги на самом деле. Рипер живет, кстати, это очень круто, он гранатой сможет здесь нормально покидаться по бейнам, я вам скажу. Тимпач с ютермал граначку кидает. Беллингов разрывает, СМД выходит из игры. И, кстати, сразу лагов меньше пошло. Это похоже, что у него тут лагает так жестко. Да, это как раз мексиканский какой-то стример. Беллинга фокусит, это что ж ты тут за фокусить-то чуть-чуть оставалось? Ну что ты, ё-моё, ютермал, ну что ты, блин, а? 74-76, разгружайся, ты надо харасить. Побежал труп вот вперед, Беллинги возвращаются назад сейчас. И ютермал, конечно же, здесь ничего не сможет этим дропом сделать. Так, Беллинг на Марика разменит. Передроп на мейн. Обманул ютермал, типа на мейн, а сам на третью заходит. Просто царь вообще, смотрите. Здесь Минка прилетела. Минка делает зал, Беллинг живет. Ютермал с тимпачится и на третью собирается ворваться сейчас. А на третью утру здесь проблемы будут очень-очень большие, между прочим. Проблемы здесь будут утру на третьей. Пытается тут фокус не девать, я имею в виду. Ютермал улетает одним, вторым. Сзади тоже долетает сейчас. И армори почти готовы, кстати. Сейчас 2-2 закажет ютермальчик. Очень неплохо он все делает, пока я вам скажу. Пытается медивак улететь куда-то. Минка сделала залп, 3 дрона выбито. Ну куда так через спорку-то летит ютермалочек, не могу понять. Очень опасно он летел. Пролетает здесь еще один медиваком. Ну ушел, самое главное. Нужно вычинить желательно ютермалу медиваки. Нужно заказать 2-2 и продолжать, в общем-то, расстраиваться здесь. И так, вторую атаку заказывает. ЦС-шки не вычинены. Газа крайне мало. Газ вообще нигде. Здесь по одному рабочему на мэне добывается. На второй только 3 рабочих добывают. Подрезает овера у ютермала очередного. Так, нужно загружать Марика. Одного кинули здесь зачем-то. Здесь передроп бейнов готовится со стороны Тру. Ютермал, кстати, не готов к нему. Нужно постоянно, блин, зергами сейчас нужно вообще контролить все, стараться. Так, все, бейны полетели. Видит ютермал, что бейны-то летят. Так, сплит пошел, с ним пачется ютермал. Принимает, кстати, здесь все. Блин, как же конченому этому утру везет вообще. Я просто в шоке, блин. Такой он сверхсагрессивный зерк. Вот сейчас вроде все ютермал четко сделал. А вот хороший залп Минка делает. Но все равно, черт побери, Тру везде везет. И все равно у него вполне неприличные шансы на победу здесь сохраняются. Так, здесь Минками надо залететь. Сейчас окопать их на третьей бы базе. Здесь ютермал выходит сам на третью. Мариками убивает лингов. Второй армор не закалывает. Минки у Тру на третьей закопались. Как же больно они делают. Сейчас 10 дронов просто в никуда. ЦЦ-шка третью ютермала морфится. Можно спускаться вниз. Надо бы армор-то заказать наконец-таки. Куда-то и дропы. А нет, не дропы. Ютермал Мариков случайно сныкал. Минки все-таки Тру выбивает здесь. ЦЦ-шка полетела. Ну, из Мексики все-таки неизвестно, какой в Мексике интернет. И из Мексики все-таки далековато, да, как бы до Европы. Хотя сервер американский. Дропается ютермальчик. Все, ладно, не буду никого конченными называть, ребят. Не сам же ладер играю, но переживаю за ютермала. Пусть европейцы, черт побери, побеждают турниры. Блин.
Они корейцы, задолбали уже. Турниры-то не корейские. Так, вторая атака у Ютермала готова, надо третью заказывать. В центре Ютермал тут хат, кстати, четвертую труп укуснуть. Укусит очень быстро. Но приходит Беллинги и до конца не получается. Марик тут убегал, убегал, да не убежал. 2-2 у труп сейчас будет мувбейном. Я не знаю, что тянет Ютермал. Зачем он так сильно тянет, что сейчас дает труп просто отстроить, собственно говоря, ему лингом мув, там Беллингом вот это все дел. Грейды 2-2. Просто идеально под зерговские 2-2 идет. У самого 1-2 только, блин. Не надо так делать, Ютермал. Медиваки не вычинены. Пытается разводить. Дропчик там в бок пошел. Так, здесь минки копаются. Беллинги, все, мув доделался Бэйном. Тем паче, что Ютермал. Тру вообще с разных сторон, со всех приходит. Ютермала здесь встречать. Линги просто в хлам отдаются. Ютермал контролит одно направление, контролит другое. Загружает, дерется выгодно здесь достаточно такие. Только в конце вот этих мариков не надо, конечно, было отдавать. Ну, разгружайся ты, куда ж ты летишь-то, братишечка, ты чего творишь, ё-моё? Чуть медивак не отдал сейчас. Четвертую утру живет еле-еле, как здесь Ютермал разгружается тоже, как может, просто контролит. Марики стимпачатся, королеву на мэне пытаются Ютермал шатнуть, но не шатнуть. Тру бегает вперед, третья атака заказана, 2-2 сейчас грейды будут. ЦЦшечка с мэйна летит уже на четвертую, нужно центр занимать, здесь бункер есть, бараки есть. Фугасы, может, мародеров добавить в этот микс Ютермал, не знаю, гораздо проще контролить будет. Неужели он, хотя на мародеров тут... В такой игре даже на мародеров ресурсов на самом деле не хватает. Но пока Ютермал просто... Не, вот уровень Ютермала меня просто радует на самом деле. Он очень четко играет. В плане контроля не уступает корейским тиранам. Какие-то некоторым самым топовым, может, уступает. Ну что вот такое, марики тут вокруг линги окружили, дерутся. Самым топовым, может, уступает, но... С многими потягался бы, я думаю. Так, шатает. Ютермал 155-121 в пользу Ютермала. Фугасы пошли, да, мародерчики в микс добавляют. Беллинга в фокусе, очень круто. Ютермал кайтит. Минка не видит. Линк, смотрите, стоит рядом, а Минка его не видит просто-напросто сейчас. Тру забегания поэтому пока и не делает на третью базу. Четвертую в центре начала добываться. ДПшки какие-то Ютермал делает. Здесь масс-выход пошел. Ну, Тру будет врываться, скорее всего, Ютермал стимпачится. Разводит Тру на выход с хайграунда вниз, чтобы отдаваться здесь на минках. Так, Беллинги... Хорош вообще, как минка жахнула лингов, она не успевала фокуснуть, зато идеально Вейнов фокуснула сейчас. Здесь Ютермал расконтраливает, здесь отбивается, вообще хорош. И здесь минка жахнула просто замечательно. Посмотрите, как Ютермалу везде просто повезло. Вот потери в этой игре. Ё-моё, как Ютермал четко отыграл, а? Вообще он четко отыгрывает. Здесь все раскатил просто сверх грамотно. Не перехвалить бы чертягу, а? Так, минус хата. Ютермал идет дальше, сплит имеет место быть. Минка жахнула по своим медивакам сейчас, но линги тоже погибли. Один дропчик четвертую наказывает, Ютермал зажимает. 50-140, ГГ пишет Тру. Красавчик Ютермал, просто красавчик. Так, ну ждем, ждем.
Пилигрим, но я чувствовал, что, прошу прощения, подзавис, читаю чатик, что здесь пишут. Я чувствовал, что вот там вот Таминка, она лингов не увидит, и как раз, когда ее термал пойдет выходом в центр, Трута как раз как скилловый игрок и будет забегать. Я готовился смотреть, как же там эта Минка жахнет. Жахнула она идеально. Фу, ну вот так вот, ребят. Чуть народ на стриме не так уж много, но подкапливается, подкапливается. Зовите всех сюда, вы видите, какой уровень игры. Приятно, что еще и не корейцы такой уровень демонстрируют. Ютермал шатает тру, кода с корейца. Вот. Ну а вы помните, что поддерживать меня, мой канал надо. Отблоки отключайте, реклама сейчас есть. Какая-никакая. Подписывайтесь на премиум, стримов из игры очень много, качество великолепное. Ну и... поддерживайте по реквизитам напрямую или через премиум. Шайно Линк может разрядить минки. Там была ситуация, что Линк, во-первых, на хайграунде стоял. Во-вторых, там была ситуация, что они все с хайграунда убежали, а Линги бегут. То есть, если Линк остановился там или ну как бы пробежал прямо по самой минке сверху, то она успевает, скорее всего, фокуснуть. А вот когда, или на повороте, вот как там вот вы видели, когда мимо второй базы на четвертую линги забегали, вот они повернули, минка успела. Конечно, линги там бегут не по центру радиуса минки, а где-то там входят в него, ну, ненадолго, на секунды, как бы она, ну, успевает, не успевает просто поймать фокус. Она чик-чик-чик на разных меняется, как бы, и нужен более медленный юнит, коим является Бейлинг. Вот они как раз таки и выставили по Беллингам. Храм во льдах, опа! Ютермал решил, что с этим тру тянуть? Риперочки, риперки, родименькие, ютермаловские, жесткие. Трехбарачные. Вот уже идет первый. Где бараки-то будут? Здесь вот будут бараки. Блин, ну опасно, пониже может быть, а то овер здесь пролетает как-то. Ну максимально близко ютермал их ставит. Будет ли тру проверять, конечно, вопрос хороший. Ну, овер летит пока нет к баракам. Совсем не к баракам. А это самые сверхранние риперы. То есть это полностью улыновые риперы, ребят. И они очень-очень сильные. А в руках ютермала, кто видел, как он их исполняет, это отдельный разговор вообще. Он очень жестко их исполняет, этих риперов. Они даже без... То есть это риперы настолько ранние, что даже без орбиталочки делаются. Рипер заказан первый. Третий барак пошел. Хорошо, что Тру без разведки играет. Для ютермала это самая халява на самом деле. Да, у него, конечно, экономика будет достаточно сильная, но... Так, через 12 секунд рипер будет, а пул через тоже 12. То есть рипер ровно одновременно с пулом появится. Конечно же, это хорошо для ютермала. Все, он успеет прилететь, а линги только строятся будут. Сколько трулингов закажет, я пока не знаю. Вот рипер первый вперед полетел. Здесь второй газ начинает добываться. Супер ранние вообще риперы. Бункер заказан. Один дрон уже минус. Строят спорт. Здесь ютермалу любая дэмэдж экономики выгодно. Два дрона минус первых. Линги выходят. Надо против лингов начинать контролить. Рипер номер два подлетает сейчас. Лингов нужно старательно как можно больше минуснуть за это время. Чтобы они просто не копились ни в коем случае. Две КСМ-ки плюсом приезжают помогать лингов шатать. Королева готова. КСМ-ки помогают напилить. Нужно ли так отдавать при таком экономике слабенькой, при таком билде? Я не уверен, конечно. Но может быть и нужно. Ветер мало виднее. Мув, конечно же, еще не готов. Утру. Три рипера шатать продолжают королеву. Пять уже риперов на мейне здесь у ютермала. Утру. На мейне утру. Конечно же, не на чем-то другом мейне. Королеву надо ловить срочно. Ютермал опасно. Игры играет, заходя так далеко. Под рабочих. Но не смог королеву отфокусить тру здесь рипера. Вторая королева. Здесь рипер садится передохнуть. Бункерок просто замечательно. С другой стороны, ютермал налетает, дроны громятся.
Громится здесь все, королева еле живая. Да что ж ты, ютермал, не дожимаешь ты его? Рипера посадил? А, ну он побаивается дожимать. Сейчас жемук будет готов. Ну, фактически дому его дожал. Счет, конечно, не 0-0, ребят. 1-0 ютермал уже ведет здесь. Так, 8 лингов еще тру делает. Рипер регенится в бункере. Нужно еще реперков подводить. Здесь линги приходят. А лингов-то чем отбивать? Ютермал, давай, дави. Пора контролить здесь, в атаке. Депошечки падают. Не надо там отвлекаться. Так, гранаты под хату кидаются. И что, ютермал хату решил убить тру, что ли? Я еще вообще не понимаю. Так, линги на мэнью ютермала. Ютермала риперов достаточно, чтобы лингов убивать. Так, гранат кидается. Дома надо сесть, ЦЦшечку сесть. Они не грейженная ЦЦшка. Садись с нее, ютермальчик, пожалуйста, не тупи. Есть контроль риперами, продолжается. Королева моментально уничтожена. Да все, ГГ. Так, рипера нужно высадить. Высаживает рипера ютермал. Сэшка поднята. Нет, тут линги уже не спасут. Термал даже гранат не ставишь. Не дай бог, рипера не погибли бы. 2-0 ютермал. Просто царь выбивает тру. И будет биться с проигравшим. Мейджора. Шоу тайма. И мы ждем этот матч. Счет я что-то как увидел рипер вот этот риперончиковских. Я про счет и забыл. Так, ребят, скажите-ка мне, с качеством все в порядке? Что-то я смотрю, как-то мне качество не нравится совсем, если честно. Как будто оно как обычное, нормальное, или я что-то зажрался, или что-то какое-то как-то мыло как будто немножко присутствует. Ну, нечего, типа, вроде нормально. Ну что, шоу-тайм против Мейджера сейчас у нас будет битва. Этот трупак поедет на Близкон. Так-то этот трупак выиграл последний ВЦС. Но там ютермала не было, например, на этом ВЦС.
Так, Эмил не в игре, не через кого прыгнуть пока мне. А вот ты, Эмил, в игре. Вроде норм. Ну да, вот чатик я смотрю, вроде нормально, а как-то самой игре вроде хз как-то. На премиум у меня не премиум просто. На свой канал. Так, а тестовый я могу же включить? А не, премиум вообще нормоз вроде. Ща 15 минут пройдет, точнее 10 минут пройдет в игре. Ну что, шоу-тайм против мажорчика. Финал Венеров. Ну что же, гигантский мексиканский мучачинс. Зашатает ли шоу-тайм? Вот в чем вопрос сейчас. Поехали. Под градусом. Корейцы под градусами. Это звучит как... ТСМ готов. Курнуть сишку за здоровый образ жизни. Или парить. Также и корейцы под градусом. Мне кажется, он пробку нюхнет и все. А, точно, Ютермал Нибу слил. Ну да, видишь, они слил там хрен пойми кому. Вот. А Тру всех зашатал, пул всех зашатал. Ну как-то, я не знаю, бывает там неудачно складываются, друг друга вшатают, и корейцы всех зашатали по итогу. Инженерку тут мейджор ставит. Ну что, за немца болеем. Ну, в принципе, корейцев здесь нет, поэтому пофиг, но все-таки мексиканец у нас мейджор. Пусть европейцы тащат. Ну, мейджор когда-то в Роксе был. Тиммейтом моим был, я помню. Недолгое время, как-то не помню, когда это было. Ну, когда-то было. КСМ тут ру принимает и сейчас добивать будет инженер. Ну,
Не, ну не как Чукчи. У Чукчи-то отдельный разговор, у них же там это... Зависимость стопроцентная сразу появляется. Сим вообще это противопоказано было. Ну, один раз как бы попробовал, и все, сразу алкаш в организме, спирт не вырабатывается. Так. На 95 безопаснее законом не запрещено. Виперочки. Виперки. Я, кстати, много их у нас не вижу. Ну, у меня кореш, короче, типа. Бросать курить собрался. Купил эту хрень. Короче, по итогу курит этот кал и курит сигареты. Вот. Такой вот расклад. Что, приходит мейджор под оверчаржем. Здесь чуть не отдал медивак. Здесь нету пилонов с одной стороны. Посмотрите, шоу-тайм-то затупил. Здесь адепты приходят, правда, с его стороны к мейджору. Но на минку попадают. Шоу-тайм, что ж ты творишь? Надо дожимать здесь. Мазеркор еле-еле смог сдержать прессинг весь. Мазеркор в тупую не успевает лететь. Минку заколывлять надо. Минку надо было. Минку не получилось убить. Мазеркор падает. Но хоть оверчаж шоу-тайм успел выставить, и то хорошо. Ну что, здесь адептами надо пытаться на мейн проскочить. Короче, на встречных курсах игра идет. Самая напряженная игра, когда вот такое происходит. Так, адепт стоят. Минки все у шоу-тайма. У мейджора улетели. Заходят адептами шоу-тайм на рампу. Телепортируются, кстати, на рампу. На депошечку пробивай, депошечку пробивай. Конечно, шоу-тайм. Пускай смычка вниз. Да на халде, ё-моё, атакуй ты мариков. Атакуй ты рабочих. Здесь один, все, Марик остался. Минку никак не убить. Бункер сможет шоу-тайм убить? Нет, бункер он не сможет убить. Шатает КСМ к минеральной линии. Но все равно что-то у мейджора прям все хорошо в этой игре. Везде минки. Вот, стройте минки, тираны, блин. Как напряженно процу с минками биться. Сегодня видели, как я просто бичевал. Там минка сейчас залп сделает. Аккуратней, шоу-тайм. Залп минка сделал, рабочие начинают добывать роба. Ну какого уже роба? Здесь уже все, никакого роба не поможет. Раньше надо про роба было думать. Ну как-то хорошо очень залетел сюда мейджор, дроп законтролил. В итоге очень неплохо для него все складывается. 66-43, несмотря на то, что шоу-тайм, кажется, да, здесь тоже что-то убивает. Но нет, здесь уже это не поможет. Он пишет ГГ, понимая, что, к сожалению, ему уже не вытащить здесь. Такие вот дела. Причем здесь Корея, медали вообще. Я не говорю про то, как надо бросать курить, я говорю про то, как происходит у некоторых. Вот. Ну вот, кстати, если б шоу-тайм, вот заметьте, в чем суть мин. Если бы шоу-тайм пробками смог бы эту минку запилить, совершенно другая ситуация в игре была тогда на второй базе. Вот. Потому что ничего б не напрягало невидимое. Вот там он не уходит, все тупит, короче. И в итоге, в общем-то, несмотря на то, что сам вроде как нахарасил, ничего не получилось сделать, камбэчнуть как-то.
Так, ну наконец-то хост создали. Будем вырываться. Я курил 8 лет с конца 8 класса, вот, один раз бросил, вот, курить год не курил, как-то это давно, еще было лет 8 назад, вот, на Новый год решил, там Ротман сигареты продавались, мне они нравились, когда еще курил давным-давно, типа в Новый год курну там пару сиг, купил пачку, на них говном оказались в России производящиеся, ну, и, короче, естественно, скурил все, начал курить, вот, полностью, как бы, прокурил год, но вот с тех пор 8 лет не курю, опять же, вот. Потому что это полная шляпа вообще. Ну, а бросать совершенно верно. Просто ты должен в свою голову заселить мысль о том, что это полное дерьмо, ты тратишь на это деньги и просто еще и себе вред здоровью наносишь. Плюс у многих какие-то заблуждения есть, что они там их расслабляют, что-то полное шняга, ё-моё. Вообще ничего нигде не расслабляет, просто говнодым и все. По-другому лучше не бросать всякие говнопластыри, там говнокниги. Если сам не захочешь, ничего не получится. А не надо там какая-то суперсила воли, нужен просто правильный настрой. Ну, не, сила воли тоже, конечно, нужна, но сила воли, она не может как бы от рождения быть или не быть, там отсутствует или присутствует. Сила воли тренируется самим собой, как бы. Каждым, короче. Вот, ладно, что-то я, слышите, вообще зафилософствовал. Зафилософствовал, ёпта. Давайте смотреть игру. Ладно, хватит гоп-шуток здесь тоже. Гейт, газ, Нексус, опять я что-то счет не ставлю. Мейджор 1-0 ведет. Чаль! Успокойся. Сейчас. Бухтит там чай. Тарет, там дети играют. Жарко сегодня, ничего, гуляют все. Дайте посмотрю, что там температуру-то какую хоть ставят по гисметию, блин. 27. Не шутя. Завтра гроза пишут. Надеюсь, что не будет. Ладно, разберемся, что там как. ТСМ готов.
Наши КСМ атакованы. Зададим им жару! Так, гелик по мейну наглеет, ездит вообще. Пилона нету вот здесь по центру. Все, две пробки как с куста забрал. Еще и верчаж пришлось выставить. В данном случае уже пробок достаточно много, чтобы она блочила. Но все равно, при желании, вот идеально, если играть, можно вот эти пробки две установить на минерал, чтобы по две добывали. Вот. Блинк делает шоу-тайм, плюс 2 гейта. Короче, стандартно достаточно действует. Здесь полетел опять дропщик с минками. Увидит опс? Да, видит краем вижена там. Заметил. Так, 50 энергии есть у медивака. Ой, мазеркора, простите. Плющит по куреву, конечно, зависимость, естественно, зависимость, но эта зависимость вообще как бы левенькая, я бы сказал, это просто люди безвольные не хотят ничего делать, там только на нее и курить хотят, как бы, в принципе, может быть, но это лунтики такие. Там комеди-клуб юзеры всякие такие, типа, в жизни все попробовать надо, там, ладно, короче, хорош развивать, а то я сейчас, ну, кто-нибудь обидится еще. Хорошо шоу-тайм принимает медивак. В этот раз начало гораздо более крутое, чем в предыдущей игре. Третий Нексус уже стоит, тут либераторы кеша летают. ЦЦ-шки третий здесь нету, вот. А давайте смотреть. Что-то мы отвлеклись от турнира вообще. Здесь у нас вон игры какие-то, шоу-тайм мейджор. Гютермал ждет проигравшего. Если мейджор проиграет, то это ТВТ будет. Если шоу-тайм, то ПВТ. Приходит шоу-тайм, бункер просто выбивает. Минус мейджор, ребятки. Это, скорее всего, ГГ. Я думаю, шоу-тайм сможет идеально здесь сталкеров законтролить. Что он и демонстрирует сейчас. Знаете, какой контроль замечательный. Просто царь вообще. Мародеров поаккуратнее пустить надо, ведь... Тиран тоже умеет медиваки забирать с юнитов своих. Так, ну на призму контроля не наблюдаю. Вот идеально, если бы перехвалил. Идеально, если бы еще и на призму забирал бы шоу-тайм бы, конечно, юнитов своих. Нужно доварпливать, что-то ушел шоу-тайм. Сейчас адептов ворпанет. Надо в лоб было убивать, как мне кажется. Ну хотя нет, здесь с двух баз продакшн идет. Вот. Так, давайте, завязывайте там. Вот, давайте, завязывайте со всякими пропагандой. Дурь полезна для здоровья. Но если сам дурачок-то, так других-то, ну, не учили дурному. Вот. 1-1 грейды делаются. Уж
шоу-тайма. Встречаем 64-38, барабан. Нагонять шоу-тайм пытается сейчас оппонент своего. Адептами нужно ворваться. Ворвись-то, а адептами нормально. Конечно, сейчас сядет мейджор медиваки и полетит. Но пустой все-таки зафокусил шоу-тайм. Ну, хоть доконтролил, хоть плюс в этом был, хоть чего-то подрезал. В итоге мейджор собирается что сделать? Мейджор собирается выход делать с, чисто с био. Может, пару либераторов сюда добавит и все. Больше предупреждать не буду. Короче, еще и сам отвлекаюсь. Пытается продавить, конечно, мейджор шоу-тайма, но слишком много тирана немецкого. Протса, простите, немецкого. 10-4 Некс уже готов. ГГ, пишет мейджор. Так, сейчас мама идет, секундочку. Так, все, я возвращаюсь к вам, ждем Копа Америка, хостка сделает. Пользователь Триума активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Зумати. Так, все, чтоб успокоилось. Я даже не буду говорить, что там правильно, что неправильно. Вот.
Короче, в личке. Если хотите писать, пишите в личке. Все. Здесь просто слишком это у вас флуда пошло. Даже про StarCraft пацанам не поговорить. Вот, ну что, мейджор газ первый. Это будет ранее опять минки. Любитель минок этот мейджор. А все из-за бросания курить сигареты как бы вышло, да? Началась вечер. Говновечер с Киселевым начался просто какой-то. Все орут, все эксперты, блин. Цифры с потолка берут. Так, вторая игра, ребят. Ошибка от менеджера, великолепный контроль. Сейчас адепта был со стороны шоу-тайм. Все, пора по игре, ребята. Факта есть, два гелика. Опенинг, барак перелетает на реактор. Посмотрим, что два гелика сделают. Но есть два адепта здесь. А два это вот, помню, к Стрэнджу приезжал, а два гелика. У него один адепт был по билду, и он просто ничего не мог сделать. А вот два уже повезло, смотрите, пробка встречает геликов сейчас. Так, СК2 ТВ вроде более-менее заработало. Даже чатик работает. Так, Оракул подлетает. Сейчас где у нас минки-то там все у мейджора? Минок нету, на второй базе, по крайней мере. По всем пострелял и даже по чертову камню сейчас шоу-тайм. Только, блин, не по рабам, а. Пытается уйти. Уйдет. Чудом уйдет на 4 хп. Так, здесь Оракул летит. Двух геликов встречает шоу-тайм, но он не будет их убивать. Он полетит вперед. Хорошо, сбрил гелиончиков, здесь шоу-тайм Оракула. Ну вот, если нечего больше подрезать, и все тут делаешь хорошо в экономике, нужно подрезать что-то, в общем-то. Как и этих гелионов, например. Вроде юниты бесполезные на лайте, но вдруг залетит, заедет тиран куда-нибудь там. Вдруг они какие-нибудь жахнут там рабочих. Все, лучше их подрезать.
Так, наскорять. Как стрим отключить? Ну, я без чатика в окно можно вывести. А стрим стопануть, например. Ну да, паузу нажать, просто чатик-то работать будет. Можно стрим в окно вывести, можно чатик в окно отдельно вывести. То есть, как бы, можно вывести чатик в окно, стрим вырубить, например, и все. Или вывести стрим в окно, чатик в окно и вырубить звук, например, тоже. Так, здесь минка закопана, прилетает апсервер. Подрезает минку шоу-тайм с апсом вместе. Вот, вентилятор поставить, чтобы видно, что стрим не завис. Да пусть все думают, что завис стрим. Это будет моя фишка. 103.96 по лимиту рабочих. Так, рабочих 16, на мейне 16, на второй. Здесь вот 3-1, правда. 3-1, минерал добываю, другой только один. Ну и шоу-тайм, такое ощущение, что пушнуть собирается с 8 гейтов. Вот уже призма есть. Масса адепты даже без сталкеров, по-моему, собирается это делать. Вот да, блинк поздний, плюс пилоны дополнительные пошли. Ревелейшены кидаются. Минус призма. Один адепт успел выйти, и то дэмэджа получил, посмотрите, 80-ку просто. Блин, что за дичь происходит вообще? Здесь Марик пытался уйти сейчас на стиме, не ушел. Сто тридцать один. Мейджор-то отстроился хорошо, ребят. Ревелейшены идут спокойно. Тут, конечно, шоу-тайм вроде все контролит, но мейджор-то лимита отмасил многое. Уже либераторы по рабам ровно. Я что-то пропустил вообще момент, как это произошло. Да, шоу-тайм все-таки в плюсе немножечко. И четвертый Никус вроде как строится. Ну вот так, контроль карты оставляет желать лучшего. Хотя вот обсервером он видит, где двигается. Да, тираны и ревелейшн постоянно стоят. Вот здесь бы вот эти направления, вот играя с тираном, лучше вот если вот так вот играете, где-то здесь вот раз, два пилончик поставил, чтобы если что-то вдруг летит четвертый, заранее увидеть. Потому что четвертая как-то печально очень. Ну что? 50 энергии ждет, шоу-тайм, очевидно, да, пытается залететь. Хочет кинуть, оп-оп, не получается. Оракул боится дэмэджа слишком много получить, чтобы он вообще погиб. Адепты будут вот с этого направления, да, мимо туретки вот сюда, видимо, пролетать. Может быть, даже на мейн. Плюс 2 у шоу-тайма, дестабилизаторы. 1000 лет их эти дестабилизаторы не видел. Здесь уже флитбиком второй старгей, то есть темпесту выхода идет, четвертый, Никус раскачал. Ну, 67 пробок, кстати, на 4 не так уж много. Хотя мейн уже кончается практически, поэтому, может быть, даже и хватит. Кстати, туретка вообще не достает. Ренджа не хватает. 5 КСМ их залетел, шоу-тайм убил. Мейджор понимает, тут мейджор молодец. Видишь, что это направление уязвимое, сразу ставит там туречку новую. Так, здесь дропу хорошо шоу-тайм законтролил, дропчик улетает, в центре прогнал, 183-175, по лимит, кстати, большой у тиран достаточно-таки. Ну почему шоу-тайм ксилнагу сейчас оставляет? А, он пытается отбить здесь дроп. Блинк есть, на кдшечке блинк. Второй медивак улетел, и здесь вообще юнитов не, а вот адепты только появляются. Призма все еще живая, будет ли шоу-тайм шатать пытаться, не знаю, но у него уже темписты, посмотрите, вот, вот это уровень игры, ну вот. В отличие от моего, то есть у Проца 4 Некуса против тирановских 3 баз, и не тиран идет вперед, и Проц еле-еле темпистами отбивается, а тиран сидит здесь, просто сидит, боится, и сейчас полетят темписты его либераторов шатать с ревелейшном просто. То есть жестко все. Так, шоу-тайм заходит с другого направления. Залпы должны дестабилизаторами быть.
Вообще просто потушил там мариков, группу вообще лимита на 15, это, наверное, много, короче, юнитов убивает. Шоу-тайм, так, либератор влетает, шоу-тайм убивает одного, другие где-то дальше. Залп дестабилизатором, опять минус минка, минус несколько мариков, 150 на 180, дропов вроде нигде нет, все спокойно дома. Ресурсы есть, темп строится по 2, 3-2 агрейды делаются, здесь 2-1, уже у шоу-тайма против 1-1 мейджора, и судя по всему, все-таки он пробреет. Прилетает Оракул, Ревелейшн кидает. Еще два Темпеста есть, там Фьюжн Кор вижу. Плюс один надо делать, кого Темпестов заказываешь. Моя рекомендация всем, всем проксам. Если вы такой переход делаете, сразу плюс один. Темпесты это самые лейт, они уже никуда не денутся. То есть они не могут быть временными какими-то юнитами, там вот я не знаю. Они будут все время, и поэтому их усиливать нужно. Если вы, конечно, их не потеряете, они будут все время, соответственно. Так, по либератору начинает шоу-тайм уже бомбить. Выходит вниз оппонент его. Так, за залп минус 3 мародера. Еще залп пошел. Неплохо шоу-тайм филды ставит, неплохо. Блин, это очень много контроля надо. Темписты, дестабилизаторы, био там все это, филды всякие ставят. Все залп дестабилизаторами, шоу-тайм, точнее мейджор как-то пока гроб контролил, не контролил. Там здесь грелочка упадет сразу, зачем грелка-то вообще шоу-тайму, не пойму. Дроп на хай-граунд, тут начинается, фига себе мейджор обордел. Так, дарки доварпились, блин, адепты не доварпились, дарков убьет мейджор сейчас. Неприятно. Но темписты бомбят и бомбят, их уже никуда не деть здесь, это факт. И похоже, что... Хотя нет, здесь дропы, посмотрите, на вторую дроп, на третью. Везде шатает мейджор. Очень напряжно. Хоть лоб отбиться и не может, но, блин, дома там шоу-тайма шатает. Здесь под либераторов полез. Шоу-тайм опасно, крайне опасно. Дестабилизаторами, как, блин... Ну, шоу-тайм именно по мейджору попадает. Мейджор слабенько уворачивается, честно говоря. Но по лимиту уже в плюсе мейджор. Рабочих больше всего больше. Шоу-тайма падает вторая, третья база. Здесь есть два дестабилизатора, которые вообще никуда не стреляют. Зато дроп вот сейчас выбил вроде как полностью. Но мейн точно выживет. Вот эту базу нельзя терять ни в коем случае шоу-тайма. По лимиту по боевому в плюсе. Здесь минка есть. Надо залп у минки делать. Адептик заходит. Так, одну минку залпа убрал, шоу-тайм заходит, здесь получает от другой залп, нужно стрелять дестабилизатором. Так, запустил мейджор сейчас дестабилизаторов, неприятно. Так, полудохлый дроп идет шатать верхнюю базу, здесь дестабилизатор, и здесь есть дарк. Дестабилизатор делает залп, молоко. Давар по адептику идет, уверчажа, шоу-тайм прилетел мазеркор спасать с мейна эту базу, с мейна. И спас. Один темпес забыт. Здесь уже 5 на 6 взять. Где он там вообще летает? Так, по минкам ходит. Шоу-тайм. Не надо по минкам ходить. Нужно ревелейшн. Нужно убивать. Привет. Ну, я сказал уже, что... Может быть, это все временно на самом деле, если ты сольешь. Вот забыл, как твой никнейм оригинальный. Ну ладно. Ой, как дестабилизатор сейчас бомбил, ребят. Просто пул армии слилась у тирана. Так, здесь не успел выстрелить. Минки жахнули. Минки по адептам жахнут. 115 на 157. Здесь адепты дарки доварпливаются. Шоу-тайм отбивается адептами по итогу. Ну и шатая здесь сверху все. Ревелейшена нет. Надо бы ревелейшн туда кинуть бы. Кидается ревелейшн. Викинги под ударом. Все тут под ударом. Викинг еле живой. Либераторов убивает шоу-тайм. Ну куда ты полез, твою мою минку? Хотя успел фокуснуть минку спокойно, абсолютно.
Либераторов убивает, идет вперед 80 на 150. Здесь мейджор пытается переконтролить. Вроде как переконтролил, но все равно шоу-тайму хватает юнитов. Немножечко не уверен, в конце шоу-тайм тут реализовывал, но все же пробревает. И вот эту арматку уже ну никуда не слить, они просто все громят. Привет, Крадок. Во время игры я рекламу, конечно же, не пилю. Шоу-тайм 2-1, ребятки. Мейджор против Ютермала. Матч лузеров. Это будет ТВТ-нчик. А потом суперфинал. Задержка 2 минуты, поэтому не надо меня просить что-либо там включать. Я сейчас, как вы видите, я уже отдыхаю, а вы только пишите мне. Да, Мейджор это тот большой мексиканец. Но Мейджор уже в лузерах будет биться сейчас. Ну что, пока что-то ничего не происходит. Ребят, всех рад видеть вас. Как обычно, напоминаю, что не забывайте отблоки отключать, подписываться на премиум, поддерживать мой канал, естественно. Вот. Ну а мы ждем продолжения. Стрим идет на сегодня уже 7 часов 40 минут. Ну и пойдет еще, наверное, часок полтора, потому что остается матч Ютермал против Мейджора и победитель против Шоутайма. Вот я не знаю про суперфинал, вот какой там формат будет этого суперфинала. Ну, наверное, небо 3, скорее всего, так как выходит... Возможно, шоу-тайму нужно будет взять 5 по 3, а тому, кто из лузеров, будет по 5. Так, ребят, солнце ушло, поэтому можно окошко приоткрыть. Я сейчас быстренько перекушу, буду следить за игрой, потому что я только завтракал чуть-чуть совсем. Вот, и буду врываться, соответственно, в игру. А вы ждите.
Мейджор небольшой, он жирный, что за подмена понятий? Ну так это с не отменяет того, что он большой. Короче, в общем, ждем, ребят, пока что-то ничего не создается. Вообще не вижу никакой информации. Как будет хост, буду прыгать, пока кушаю.
Так, все, я извиняюсь. Я пришел. Вроде ничего слишком важного мы не пропустили здесь, ребят. Мейджор Ютермалом бьется, и от Ютермала два барака из центра. Мейджор ходит, наблюдает, что происходит. Видит еще плюс два газа. Понимает ли он, что здесь из центра еще бараки идут? Судя по всему, не очень понимает. Так, на мейне Рипер почти готов. Не проверяет Ютермал КСМ-ку на второй базе. Ошибочка, конечно, надо было проверять. Ютермал заходит, палит СС-шечку, палит факту. Ну что же, это важно. Привет всем, кто недавно пришел. Ребят, стрим идет с 11 утра, я только чуть-чуть позавтракал, точнее, чай попил просто с этими, с печеньками, там, с пироженками такими. Печенькоподобными. Вот, поэтому чуть перекусил сейчас. И продолжаем. У нас две игры. Вот этот бот 3 и еще финальная игра, соответственно. Так, второй рипер от мейджора выходит. Еще две КСМ-ки ездят ютермаловские. Аккуратнее надо быть. Гелиончик уже у мейджора. У ютермала по три рипера строится. Сейчас он в наглую просто запрыгивает тремя на ХГ. Зачем так наглеть-то? Ну, решил Ютермал, что можно так ему нагреть. КСМ-ки здесь есть. Одного рипера подрезал, один бункер сел. Очень важно, что Ютермал сейчас одного срезал рипера. Почему? Будет гораздо проще ему кушать. Гранатку просто кидать на ход этим всем геликам. И все будет надо сейчас Ютермалу. Принимает бой. Гранатками подрывает там все просто к чертям. Рипер, так. Выходит Марик. Рипер еще гранаточки кидает. Уходит сейчас Ютермал. Посмотрите, как он контролит. Это просто что-то вообще с чем-то. Блин, ну контроля Ютермала и корейцы, я уже говорил, позавидуют. Ну сейчас, конечно же, повезло отчасти ему. Но все-таки. Так, вот здесь сейчас запрыгивать будет царь. Самое грамотное направление выбирать. Насколько он понимает, кстати, еще в StarCraft. Молодец, соображает Ютермальчик. Запрыгивает на ХГ. Гранаточки в проход пошли. Контргранаты здесь от мейджора. Ютермал проходит дальше немножко. Поднимается ЦЦшка. Что толку-то, что поднимается? Сплит риперов просто всему голова, как говорится, элементарно. И все. Гелионы убиваются, риперы убиваются. И Ютермал дожимает мейджорка здесь, чизерка. Мейджор тоже любит всякие чизовые штучки делать, но это ГГНчик. Великолепный контроль. Великолепные риперов исполнение. Потеряли меня все бедные. Не волнуйтесь, не пропустим ничего. Я смотрю. Я слежу за игрой. Так, в смысле, ты самурай купил кресло? Ну, слева крутилка это вот так, чтобы качаться. А справа крутилка это, чтобы по высоте регулировать, соответственно. То есть не сидя надо просто, оп, можно поднять, и я вот он сижу где. То есть, поняли, да? Понял-то, да? Фух. Ну, то а меньше-то получается, спинка наклоняется, да? Хотя не меньше. Короче, регулируется. Оп. Ну что, хост-то будет у нас на вторую игру. Мейджорок вылетает. Мейджор, между прочим, мексиканец. Турнир пройдет в Мексике. Могли бы заинвайтить мейджора. Ё-моё, что там, нету чисто мексиканских отборочных? Или кто-то там другой прошел? Я вот даже хз. Странно, что мейджор не приглашен. Крутой игрок. А, ты прям собирал стул? Я-то уже целым купил, как было просто.
Ну что, мейджор готов, поехали. Чем это Chrysler лучше Racer DX? Не знаю, ничем, наверное. Я вообще не знаю. У меня только это кресло, собственно, и было. Вот. Ценой своей лучше. Параметрами цена, качество. Опа. Ну и термал, ну чертяга. Второй раз то же самое решил сделать. Депошечку прямо на рампе ставит. То есть будет тяжело обойти КСМ-ка, если ее захочет разведывать мейджор. Вот. То есть его сейчас я вообще вот за 20-ку брал, но его можно в Москве за 12 сейчас вообще взять. Как бы. Вот. Ну и там в Уфе, где производится 13, там около 14 оно стоит. Типа акции в Москве, там по какой-то походу. Можно заказать, так понимаю, собранное, вот как человек. Разобранное, в смысле, собрать самому. Кстати, это даже прикольнее бы было, я бы запарился бы, пособирал бы по приколу. Ну, теперь уже поздно. Ну что, три барака, репера. Вы мои репера. Игра приостановлена. Паузу ютермал просит. Смотрите, как палевно тут рядом проезжает КСМ-ка. Ну вот еще. Сколько ренжа. Игра возобновлена. Так, мейджор проверяет, нет ли прокси. Поехал куда? Сюда поехал депошку спалить. Прокси не проверил. Нет, стук. Блин, а что он не закрывает ютермал депошки-то? Ну ё-моё, что он делает-то? Все, бункер на ХГ минус ютермал. Ну что за ошибки, блин, тупые, а? Четыре барака Марики. Здесь Марик идет вперед, здесь Рипер строится. Видит прекрасно мейджор, что здесь происходит. Все, бункер пошел. Если бункер достроится, это ГГ. Ну как можно в такой ситуации взять и КСМ-ку запустить? Ну меня просто поражает это, блин. Только нахвалил ютермал, и сразу такая бредовая ошибка. Нужно заходить до готовности бункера как можно быстрее. Заходит ютермал быстрее. Заходит ютермал. ГГ пишет. Все, ГГ, конечно. Нехрен КСМ-ки пропускать. Валерик-то, а? Варелик, ё-моё, ты чего? 1-1, ребята, но быстро очень. Так, ну я давно уже брал просто кресло, как бы, я вижу сейчас там, если тогда еще не было этого, да, ну как давно, относительно давно, да, еще не было этого предложения там, да, как бы, вот. У нас, видите, магазины маленькие, город небольшой, все перепродают, короче, навариваются. Ни хрена себе, если за 12 продают, просто 20, то есть почти вдвойне, в двойную цену почти. Ну, по 50% стоимости вообще. Ну, нагло, конечно, ничего не скажешь.
Если бы ДПУшка не была закрыта, бы, возможно, бы просто не сразу понял бы это мейджор. А тут бы 30 секунд решили бы все. Потому что через 30 секунд он пришел бы, бункер бы просто начинал бы строиться. Три марика пришли бы, там, допустим, 3-4 марика, там один всего рипер. И, конечно же, бы развалил бы вообще. Ну что, я думаю, что третью по стандартнее термал игру сыграет. Решил просто на халявочку 2-0 быстренько сделать. Не получилось, не прокатило. Ну я не знаю, шоу-тайм мейджор или шоу-тайм Ютермал. Лучше посмотреть верхнюю сетку. Что будет, какие матчи будут более... Какой матч будет более зрелищным. Это все будет ПВТ. Я думаю, время... Ну хотя стиль разный. Ютермала контроль... И дропов, и армии очень жесткие. А мейджор, вы видели, как взрывался на дестабилизаторах. Дропает он, конечно, великолепно, но присутствуют проблемы в основной замесе обычно у него. Вот. Бывает, разваливается. Ну что, реперончик у нас пошел. Там и там реперочки по два репера. У мейджора факта, у Ютермала второй барак. Так, ну это барак не для, соответственно, не для... Так, и третий барак. Ну это же не три барака рипера. Это уже какой-то бессмысленный билдночка получается. Хотя посмотрим. Три барака строятся. Это вообще супер масс-риперы, что ли, какие-то? Ну, не знаю, я вот реально смотрю и не понимаю, что убил. Возможно, это вообще двухбазовые какие-то масс-риперы. Ютермал просто жесткий фанат этого юнита, как бы, и может быть, да, потому что третий-то уже строится здесь. ЦЦ-шка готова, добыча начинается. КСМ-ка плюс два рипера залетает сейчас вот. Так, видит, Ютермал двух. Ну не надо так риперов терять, только Ютермал. Так, два против двух. Не заметил сейчас мейджор бараков этих. И да, здесь просто супер масс риперы пошли. Вот это билды, вот это тактики. Неужели это настолько работающая тактика? Вот этот билд, даже стратегия, я бы сказал... Не тактика, тактика здесь ни при чем, что Ютермал уверенно катает ее в решающей игре, или он просто, ему пофиг на проход на этот турнир, и он решил как быстрее скатать сейчас. Я, честно говоря, понятия не имею. Вижу 5 риперов, здесь 2 рипера, 2 гелика и Марик встречает их, и, по-моему, Ютермала может ждать провал здесь полный вообще по этому билду. Риперы заходят на рампу. Кривейшим образом Ютермал ворвался здесь, честно вам скажу. Гранатки надо кидать. Пытается Ютермал уйти. На развороте бой принимает, Гелионов подрезает. Два рипера живет, здесь два марика, все, что у мейджора есть. Бункер. Садятся в бункер. Видят Ютермал баншу, банша полетит вперед. Дома нужна обязательно инженерка. А риперами надо, да, уходить, прыгать на мейне. Кстати, действительно, здесь особо-то и нечем их убивать в таких количествах. Еще бы получше подрался в той движухе бы, вообще бы было бы замечательно. Еще один рипер вперед летит, и у термала инженерчика еще пока не готова.
Риперов 6 штук здесь присутствуют. Они прыгают 4 штуки наверх. Так, Виктермал сзади заходит одним рипером. Гранату под Мариков прям ставят. Теряет много всего. Пошла туретка, это минус Виктермал, похоже. Ну что за билды-то отмороженные такие, не понимаю. Да. Еще одна банша летит вперед. Что-то Ютермал перемудрил здесь, честно вам скажу, ребят. Реально, что-то тут он перемудрил. Еще, конечно, не поражение, но... Что здесь просто масс-бараки, и что здесь можно сделать? Здесь масс-био, соответственно. Много мариков настроить, и все. Реперочки можно на вторую пролететь. Спокойно. В бункере всего один марик. Чего Ютермал боится-то? Залетит и в бункер. Мимо бункера вот так сюда. Ну, хотя-то они никуда не денутся, риперы эти. Это факт. 48-66 по лимиту. Так, банша пострелял, никого не убил. Здесь банша депушечки спокойно ломает, я смотрю. Стимпак щиты у ютермальчика заказаны. Банша в наглую летит вперед. Две энергии осталось просто. Надо ловить, убивать. Ютермал пытается в медиваке сейчас перейти, сделать свич. Ну, 33-46 по рабам, это крайне вообще печальная экономическая ситуация. Еще одна банша прилетает. Задолбали, наверное, подумал Ютермал. Спасибо тебе, рестар. Сейчас проверю, что там на Яндексе. Здесь рип. Так, проверил. Риперы пришли, риперы отдались. Ну, это, походу, уже тактический слив был просто. Так, вижу тебя. Пристройка. Спасибо тебе, рестар. Вижу 200 на Яндексе. Спасибо всем за поддержку, пацаны. Банша тут шатает. ТСМН вторую шатает. 69-81 по лимиту. Здесь у нас что, мейджор? Мейджор био танки здесь стандартно. 30 сэшка есть. Ютермал что-то отдается везде. Ходит непонятно как-то. Полетел двойной дроп, но я боюсь, что он особо ничего уже не сделает, этот дроп. Так, ребят, все, всем большое спасибо за поддержку. Приходит шоу Ютермал, но здесь просто нечего пробивать ему, и он просто не пробьет здесь ничего, вот в чем проблема. Пытается, конечно, с одной базы действовать, но слишком много мейджера. Хоть что-нибудь бы риперы бы вообще... Хоть что-нибудь риперы бы сделали в начале, тогда да. Ну, билд странный какой-то. Да, могло бы прокатить, но как-то в начале не пошло. И банша, наверное, все-таки контрит вот эту вот тему неплохо. Так, танчики здесь у мейджера. Пытался ее термал там танки подловить, прогнать. Не особо-то у него получилось. До тайминга щитов надо попробовать проатаковать, я так думаю, сейчас мейджора, но щиты сейчас будут готовы. А, у мейджора 1-1 есть уже, ё-моё, нет, тут печаль, беда. Сканит Ютермал, понимает, что здесь ловить уже особо нечего. Может на мейн попытаться дропнуться. Да нет, тут как бы вроде мейджор все прикрыл уже. Вот два танка есть у Термала. 61-78 по лимит. Но там-то 2-2 уже делаются грейды. Пошла атака. У Термал пытается в спину забежать мейджору. В спину тяжело забегать.
Ну, забежал, он все равно развалился. Марики более грейджные, 130 на 76. Ребят, 2-1. Мейджор шоу-тайм будет. Реванш у нас в финальном матче у нас, соответственно. Ну, надо шоу-тайму проходить. Потому что там еще ведь латиноамериканские квали есть, где шоу-тайму, например, явно нельзя играть, а там уже мейджору можно. Банша все еще живая. Ну и Термал сделал крайне важную задачу, выбил корейца Тру сегодня и спас других, в общем-то, от поражения, скорее всего. Но почему он так сыграл, как-то странно вообще. Почему бы стандартно не сыграть решающую игру? Короче, для меня это загадка. Значит, просто не особо хотел на этом турнире играть, походу. Не сильно расстраивается, видимо. На Близкон все равно не попасть. Вроде как Ютермал там на близко не падает. 107 на 170 по лимиту, но это совсем катастрофа. Тем более у мейджора сейчас 2-2 будет. Ютермал еле-еле убегает. Да нет, как бы уже все тщетно, и это агония просто. Ничего не сделать. Тем более, да, 2-2 уже. Здесь даже танки не надо, здесь одни марики от мейджора, просто на клике все пробрело. Он пытается переконтролить, но нет, тут, конечно, печаль. Ну, мейджор что-то в топчике сейчас вышел на уровень, просто великолепный, конечно. Ну, учитывая, что Ютермал не сдается, все-таки проигрывать он, видимо, не хочет. Так что, может, я и не прав, потому что пофиг ему на этот турнир. Ну, реально, почему тут, я не знаю, такой билд в первой игре надо катать там. Ну, в первой Ютермал и так мейзера зашатал реперами здесь. Вот, второй пытался мариками, правда. Ну, вторая не зашла, по глупости депошечку открыл. Если бы она была закрыта, эта депошка фейковая может быть. Можно обманывать, мейджор не факт бы, что сразу бункер бы поставил. Я думаю, вероятность бы как раз бы увеличилась бы намного бы продавливание. Мейджор шатает танки, Ютермал отдается, пишем GG, выходим, называется это. Прирост гигантский, тот мейджор и сюда гонит. Короче, что-то лепит Ютермал, признаюсь честно. Сейчас англичане переведут из чатика. Я хз, что там он лепит. Ну что, ждем финала. Так, а ладно, солнце уже через минуту. Хотя нет, все равно прикрою пока. Ну, минут через 15-20 уже зайдет за дом. А то и быстрее, через 10 может.
Так, еще одну Б3, говорят. На кибетике, между прочим, ставочки на все это дело есть. Кому интересно, я так думаю, есть они вообще? Да, есть, есть ставки на все это дело. И на американскую квалификацию в том числе. Короче, мейджор у Ютермала бомбануло, как у меня. Если я на ладере говорю, что я чмо, сыграл как чмо, то Ютермал по-другому, походу, отписал. И, видимо, как-то да. Ну ясно. Короче, если у нас выигрывает, соответственно, ребят, ставки везде на все есть. Если выигрывает мейджор 1 Б3, у нас будет 2 Б3. Если шоу-тайм выигрывает, то достаточно 1 будет Б3. Вот, потому что мейджор is loser. Как-то так. Ну что ж, переименовываю Major Showtime, уже финал у нас, короче. Так, чуть не проморгал, сейчас я начало.
Так, ребят, начинается шоу Time Major. На наши зомби напали. Привет, Технорокер, все в порядке у меня. Давайте смотреть шоу Тайма против Мейджера, ребят. Это первое будет 3, если Мейджер выиграет, будет второе. Я даже не знаю, как лучше. С одной стороны, хочется освободиться, пора уже наконец-таки, потому что сегодня стрим опять же идет уже 8,5 часов. Тут достало меня немножечко вчера, 12,5 там было или 13 стрим. Вот, но с другой хочется Старкрафта крутого. Вот. Так, секундочку. Там пришли просто сегодня у соседа, там труба течет, ну, в туалете. Вот, пришли, наверное, посмотреть. Надо дверь прикрыть. Ну что, барак. Припер, реактор, факта. Здесь инженерка ставится. Любитель мейджор инженерок. Надо залетать так, чтобы КСМ-ка не смогла уйти. Да, нужно вот с этой стороны залетать. Если бы прямо летела, она подменилась бы просто и ушла бы, скорее всего, эта КСМ-ка. В итоге минус КСМ-ка и минус... Ну, не знаю. А еще и КСМ-ку теряешь. Как-то мне не очень выгодно видятся такие билды, вот эти все ребята. Возможно, последняя бот-3 на сегодня, так что зовите всех сюда. Это финал квалификации, победитель пройдет на турнир, вот. Ну и подключайте Азлоки премиум и подписывайтесь. Стрим из игры поддерживает канал, естественно. Так, два гелика заезжают, пытаются подрезать пробок. Не особо получилось здесь что-то подрезать. И сталкер с адептом идут на перехват. Ну хорошо, здесь, в общем-то, отбился шоу-тайм практически идеально. Блинк заказан, можно выходить на третий некус спокойно, абсолютно. Сейчас пробивает камни, на всякий случай, если мейн не прикрывает. А трипер это кто будет прикрывать? Так, пробочка выходит, но сейчас, блин, рипер ее подрежет, смотрите. Оп, вот он, рипер. А мейджор не успевает среагировать, в отличие от шоу-тайма, который пытается уйти. Ну что, адепт пошел сзади, и риперу не жить уже, скорее всего. Он не успеет спрыгнуть, видите, на края прыгает, братан. Куда полетел? Прям в полете ремень сулетел. Адепт прикольный, в общем-то. Начало этой игры для Пробса, я думаю, оно еще более прикольное. Доволен шоу-тайм, как игра началась. Должен быть, потому что у него все хорошо. Он вообще ничего не потерял. Посмотрите, что убил. КСМ, Курипера, два гелика. Если мейджор выиграет, это бо-3. Неважно, 2-1, 2-0, будет второе. То есть максимально может быть 6 карт, если мейджор выиграет 2-1 здесь, и кто-то выиграет в следующем бо-3 2-1. Минимально может быть 2 карты, если шоу-тайм сейчас 2-0 просто сделает. Так, какой-то провальчик сейчас от шоу-тайма был нелепый. Вот, мейджор идет вперед, кстати, био-то тут немало идет, но пилончик есть, мазеркор выводится сейчас, то есть будет встречать, соответственно, шоу-тайм мейджора.
Пытался мародера подрезать, но мейджор тоже не лыком шит. Мародерчика спас. Контроль был на призму интересный. Да варп трех центрей. Они очень сильно филдами сейчас, конечно, помогут. Нужно блочить часть юнитов. Пошли хорошие филды. Улетает мейджор. Ну, шоу тайм плюс здесь подрался. И начались какие-то глупые блинки вперед. Под отдачу, соответственно. Призма летает, что-то призма не может залетать. А что не залетел-то? Он здесь ничего нету. На второй решил шоу-тайм залететь базу. Ну вот вокруг этой байды, пока облетаешь, можно и призму здесь отдать как-нибудь. Третья цешка у мейджера пошла. 89-99 по лимиту. 10 лимитов в плюсе у нас шоу-тайм. Ну, уже меньше, уже меньше. И мейджор нагоняет понемножечку. Ну, 5 гитов. Вот точно так же примерно и Стрэндж играет. Стандартная тема. 3 было, 5 добавляется. 2 фаржи, 1-1. Скорость таки адептом. А нет, смотрите-ка, не мешает эта байда. Погодите, она когда-нибудь мешала вообще? Я не знаю. Может быть, и я что-то путаю. Так, что-то выбил тут пару пилонов шоу-тайму мейджор. Мейджор почему-то, точнее шоу-тайм почему-то их не отменил. Здесь будет раскачка с двух направлений и... Так, и либератора. И выход спалил шоу-тайм. Сейчас пытается мейджор уйти через центр. Мародер одного теряет. Либерок прилетает на вторую. Уверчаш на вот этот пилон надо ставить. Здесь шоу-тайм умудряется на всех направлениях законтролить. Пробки возвращаются на добычу. По 3 оставил, нет, 2 здесь что-то шоу-тайм не купил. И либератора принял сейчас. Блин, какой молодец шоу-тайм. Во всех направлениях переконтролил. Вот АПМ. 321 у тирана, 260 у прокса приблизительно сейчас. Ну что же. Несмотря на весь этот контроль от шоу-тайма, у него нету особого преимущества по лимиту. Но у него есть 1-1, у тирана только один грейд на атаку. Даже армур он не заказывает, не говоря уже об арморе и второй инженерке. То есть... По грейдам он будет явно отставать. 1-1 в 2-2 будет, в общем-то, такая ситуация. Так, пытается шоу-тайм поймать мейджора. А чё внутрь-то не захотел? Вот если б внутрь ворвался, больше б юнитов бы смог бы поймать сейчас. Но почему-то шоу-тайм не захотел внутрь к мейджору врываться своими юнитами. В это время призма залетает на мейн. Раскладывается и до варп пошел адептов. 8 штук. Пытается мейджор прийти здесь. Либератор плюс био, ё-моё, как здесь бомбит либератора, это био вообще жесть какая-то. Адепты слиты в нулину, здесь, кстати, юнитов мало. Не знаю, что шоу-тайм не сразу не захотел врываться, но он не будет врываться, он понимает, что уже поздно. Тут раньше либератором хочет, в общем-то, делать мейджор, и я думаю, это единственное верное решение в данном случае. Так, ну Стрэндж на такой стадии обычно колоссов любит делать, а вот Шоу-тайм делает 2-2, Шторм Чарж, то есть он именно так тягуче играет, то есть четвертый Нексус уже. Стрэндж делает колосс, то есть он больше на трех базах сидит. Таким миксом выгоднее обороняться, чем колосса, это для атаки в лоб больше подходит, как по мне, не знаю. Так. Идет шоу-тайм. Так. Видит прекрасно минки. Сталкерами надо подходить. Не понимаю, что минки-то не выбить сейчас. Б-5
сбивает минки, адепты сталкер чуть вперед идут, но ушел мейджор наверх, здесь адепты, видимо, на третью будут врыв делать, вот, а, ну тут две минки и либератор, нет, опасно туда делать врыв, пошел в центр мейджор, куда он поломился-то? Шумтайм видит, это прекрасно, все, надо идти вперед, блинкаться, либераторов убивать и убивать просто мейджора, тот в размен зачем-то пошел. И 4 оверчажа, но они не так много юнитов успеют убить, и 4 оверчажа, саплай блок у шоу-тайма. Три пси-штормовика на мейджор, да, все правильно, абсолютно, здесь он убьет всю экономику оппоненту, а на мейне просто отобьется со штормом, скорее всего, рано или поздно. Часть адептов домой, тем более, уходит. Здесь загромил шоу-тайм 100 на 180, по лимиту мейджор пытается убивать все направления. Адепты приходят, начинают биться с мародёра-мариками. 2-2 у них грейды. Ну и мейджор пытается на мейн помчать. А здесь что? Все, 75 готово. Энергии. Хорошие штормы от шоу-тайма. Сливается архун. Да, да, здесь убил и там отбился 70 на 170. Конечно, это ГГ не чик-чик. Гэп. Мейджор. Что-то у него бомбит маленько, походу. А может быть и не особо, не знаю. Хорошая игра была. Со стороны Протуса, со стороны Тирана косяков достаточно много было, ребят. Жду хост. Ну и надеюсь, что менеджер как-то поувереннее сыграет все-таки. Так, ну что? Так, ребят, вот солнце и зашло, как я и предполагал. И надо бы открыть штору. Открываю ее. Ну, а сейчас будет продолжение. И нас уже тем временем 1000 с лишним человек. И на Твиче почти 200. И на ГГ-плеере почти 1000. Вся информация из сетки, это ладерная квалификация. Я, честно говоря, не знаю, что там даже напрямую в сетку.
попадают игроки или там как-то еще нужно будет играть им дополнительно, точно вам не скажу, но есть еще другая квалификация, которая будет, по-моему, 24-го ее финальный день. Там Нерч играет или кто-то еще, может кто-то сетку найдет, скинет. Там 4 игрока осталось, они тоже между собой биться будут, я тоже ее постримлю, соответственно. Вот, а завтра Life and Cup у нас уже будет. Вот это интересно. Попробуем ворваться, может быть. Короче, много StarCraft у нас в ближайшее время ожидает. Стрим до стрим, тут не знаю, когда выходные брать. Уже отдохнуть, за грибами съездить хочу, блин. Так, как жару, там дети жестко на улице. Ну что, ребят, давайте смотреть следующую игру. Major Showtime, карта Мороз стандарта от Showtime, а Gate Gas Nexus Кибернетчика. Major у нас что, ЦЦшечка? ЦЦшечка не через Рипера, через Марика. С разведкой не угадал Major, Мишка не повезло. Вот. Всех, конечно же, тысячный раз я приветствую. На сегодня после этого турнира будет все. Завтра приходите смотреть Starline Лигу в 20:00, она вроде как будет. Вот. Так, бомбит мне кореш смс-ки мой. Потом перезвоню я ему. Так, ладно, дайте-ка сейчас быстренько. Хотя нет, сейчас народа много. Сейчас быстро скажу, что перезвоню, ребят. Вооружен и опасен. Зададим им жару. Улучшение завершено. ТСМ готов. Так, все, ребят, я здесь ответил. Вот, ну, освободиться я могу как и через минут 10, если 2-0 сделает Showtime, так и через минут гораздо большее количество, если сейчас 1-1, будет 2-1 мейджор и второе будет 3. Там уже непредсказуемо может быть. Я думаю, даже час может это занять. Но... Так, с минкой мейджор полетел вперед. Любимое его, в принципе, дело дропает эти минки. Ну, а Showtime видит прекрасно данный дроп. Пытается поймать гелика Showtime. Поймает, да, поймает. Один залп сделал. Минки залетают. Уверчаж, где Showtime? Как... А чё Showtime-то вообще? Тормоз, что ли, или что? Не, ну это просто, я не знаю, этот... Джеки Чан смайл вообще. Вот этот вот смайл просто. Где лицо руку закрывает руками. Ну это же вообще провал. Ну ты видишь, летит дроп. Да выставит его вонючий оверчарж сюда на пилон-то на этот. Но нет. Конечно, не выставить. Надо адептом гоняться за машинкой за этой. Машинка не нравится. Так, Минк пытается Showtime фокуснуть. Конечно же, законтраливает ее мейджор. И у Showtime просто нет добычи сейчас. Все в итоге бегает везде. Рабочих 3 погибло. По рабам уже меньше. Лимита на 10 уже меньше его. Пытается сбить медивак. Showtime сбивает медивак. Мейджор фокусит сталкера. Можно было бы сталкера законтролить. В конце концов, второй медивак уже прилетел. Сколько у него этих медиваков-то? Вторая волна пошла, в общем-то. Паровоз дружбы, блин, от мейджора. Уходит на вторую базу, минка закапывается, выкапывается на мейне пилона, Showtime все-таки восстанавливает. Ну вот единственный плюс, вот, для Showtime третий нет.
Теоретически, если сейчас пока что жить и Нексус сейчас закачает, то можно и отстроиться. Но Мейджор улетает как раз таки через этот Нексус, он спалит его, блин. А это уже не очень приятно. Сейчас буст медивак рубит, КДшечка прошла, да, и улетает Мейджор спокойно абсолютно. Нет, я живу неважно на каком этаже. Но высоко, относительно высоко. На самом деле, пофиг могу сказать. Я живу на пятом этаже. Так, Наталья Игоревна М. 100 рублей перевела. Вот, видимо, кто-то с мамы карты, что ли. Спасибо большое. А может и Наталья Игоревна. Без комментариев. В общем, спасибо, ребятки. На Сбер пришло. Вот. За поддержку всем. Если будет время, добавлю я. Поддержавшие. 47-51 парабан. Сэшечка 3 у Мейджора уже готова. Танчики бью. Ну какой же поздний стимпак по этому билду, а? Приходит шоу-тайм, туретку отменяет, сталкера теряет на этом моменте. Пытается шоу-тайм на мейн пролететь, тут Мейджору что-то подхарасить. Но прилетает что-то на третью ЦС-шечку. Ну, КСМ-ок несколько штук подрезает. Эти 4 юнита ваншотит фактически рабочего. Нужно улететь, здесь обсервер прилетает. Кстати, 2 танка на халяву забрать сейчас можно бы было. Но сталкерами 6 маловато как-то вот. 7-ю, 8-ю бы, может, 10-ю бы там в конце концов можно было бы убить. На мейн дропчик идет адепта, доварпивает шоу-тайм 1, плюс 1 скорость таки адептом делается, 97-111, по лимиту не так уж и катастрофично у шоу-тайма становится сейчас, но вот, например, викинг здесь сможет ли сбить призму, нет, не сможет, похоже, что сбить, но с мариками точно сможет. Туда-сюда призма летает, разгружает сталкера. Шоу-тайм пытается, кажется, подрезать сталкерами викинга. Подрезай же его, черт побери, шоу-тайм. Нет, не подрезал. Переблинк наверх пошел, но здесь в ловушке пацаны оказываются проксовские. Минус все. В итоге коварные тираны расстреляли все к чертям. А, спасибо, Скрим Москву. С жены горят карты. Спасибо тебе. Блин, с Твича уже поддержка идет, блин. Вот это что за кресло? Где револьвер? Какие еще вопросы будут? Кто играет? Завершено. Что за игра? Уже с Твича поддержка начинает идти, меня это радует. То есть Твич начинает пользу приносить. Вот, а почему он не должен пользу приносить? 158-140, Мейджор идет шоу-тайма, кажется, добивать уже, я насколько вижу. Адептики пытаются зайти. Вот. Не зашли адепт, но тут очень тяжело тирана отсюда выселить будет, я вам честно скажу. Тем более с танком. Которые. Здесь до варп дарков идет. А что они смогут сделать? Туретка есть. Навряд ли они что-то смогут сделать. Адепты врываться собираются? Нет, обманывают сейчас шоу-тайм Мейджора. Мейджор пилончик сзади подрезает. Танка 2. Второй-то где был? Я еще не заметил. Дарка сюда надо бы послать, чтобы он порубил маленечко здесь. Все, дарки, призма слита. Викинг, либератор и туретка сделали свое дело. Но в это время дарк на третью одновременно пошел. Ну, срезали 6 КСМ-ок. Там юниты проксы, конечно, но... Здесь до сих пор шатает Мейджор с ХГ. Шоу-тайм, а шоу-тайм пытается здесь как-то отбиваться, в общем-то, контролить. Но сюда в узкий этот проход тяжело будет врываться. А адепты в итоге все-таки заходят. Как же минки жахнули. Больно адептам реально. Тут все под сплэшем.
Нужно уходить, чтобы мейджор уходит. Танк на ХГ-шечке один разгрузил. Так, где 6 пробок погибло? Я не видел. Да вот он и погибло. Либератор прилетел. Вот он начинает шатать. Выбивает его шоу-тайм. 163-172. Ну, вроде у тирана все неплохо, но и у шоу-тайма не такая уж провальная ситуация, чтобы с уверенностью говорить, да, что там ГГшечка. Ну, вот менеджер тупит, вместо того, чтобы подкрыть депошки, рабы в объезд едут в итоге. Но хорошо, что нету контроля у шоу-тайма, то есть он мог случайно увидеть. Не дело не в том, что они долго едут, там все, ЦЭшка не готова. Просто мог бы спалить сейчас. Так, ребят, с двух сторон шатает, засмотрелся я на чатик, с двух сторон шатает мейджор. Здесь шоу-тайм отбился, один танк остался, а вот здесь у шоу-тайма гигантские проблемы, стальные эти солдатики тирановские, как оловянные стойки, идут вперед. Да, их гибнет значительная часть, но они продолжают шатать, дарки испарились буквально в секунду, но шоу-тайм отбивается здесь понемножку, но здесь 4 минки, что ты с ними будешь делать? Так, клиент облизов. Да, я вполне официально этот турнир стримлю, это очень хорошо, что нормально с мексиканцами сотрудничество получается, в отличие от дримхаков всяких. Ну, CSL уже, слава богу, тоже нормальные более-менее отношения дают стримить этот турнир, да? Вот. Ну, посмотрим, как другие там турики будут развиваться. 108-136, мейджор давит очень жестко шоу-тайма, пытается продавить, но шоу-тайм держится. Чертяга, 2-2 грейды против 2-1, мейджор забыл про дальнейшие грейды, но уже 5 либераторов здесь, боюсь, что это уже невыбиваемая такой, тем более скудной армии для просто темы. Уже, да, здесь просто не выбить. И здесь зашел тиран, минки, танк на ХГ, блин, везде, мейджор контроль хороший, кстати, очень даже. Спасибо, Scream Moscow. Про кресло. Ну вот тебе скинули про кресло. Про кресло я уже. Я говорю, блин. Если бы у этих людей вообще, кто эти кресла делает, если бы они видели стриму, и у них была бы совесть, я отвечаю, они мне уже бабок бы, наверное, прислали бы. Вот. Потому что. Миша в офис все купили кресло Гудгейма, там несколько штук. Пацаны уже человек 5, я только знаю, купили, мне кажется, эти кресла. Реально, ну, для своего локальной темы я, ну, ничему так, мне кажется, продажи не поднимал, как этим креслом просто. Что самое удивительное, без, ну, то есть, как бы, а я за это ничего и не имею. Ну, ладно, своим русской теме можно помочь, в принципе, да? Вот. Хотя, насколько русская, я не знаю, но у нас производится. Может, по лицензии какой-нибудь. Так, пошел скан. Выбивается дарк. Здесь ССЧ-ка с туреткой, ничего дарк не сделает. Здесь дарк заходит, надо бы что-нибудь сюда привезти. Нету ничего, начинает резать. Но мейджор внимателен, КСМ-ок отводит. Но а шоу-тайм-то без четвертого нексуса остается. То есть у него фактически уже... Последняя вот эта армия, он новый не сможет построить, потому что экономики потенциал слабенький. Дарк такой смыкался в спину, типа, не стреляйте, пацаны. Пацаны не прощают, пацаны гасят просто всех непрошенных гостей и все. Особенно кто пытается покуситься на минералы. Так, идет мейджорок вперед, чуть можно и отдалить немножечко. Шоу-тайма прогоняет.
Сюда ходит менеджер добивать. Два либератора, правда, где-то вдалеке. Мы видим всю картину боя. Я чуть-чуть отдалил. Много шторма есть у шоу-тайма, но отсутствует сам грейд. Много штормовиков, я имею шторма, некорректно говорить. И штормовиков много, но апгрейда на шторм нет, и поэтому шоу-тайм зажат. Но у него 150 лимита, он надеется на какое-то чудо, но либераторы чудеса обычно пресекают. Как бы. Вот когда они с рейнджом, и это тирана последняя армия, то зачастую чудо случается. Но против них навряд ли. Ну что, переблинк идет. 90 на 180, шоу-тайм пытается. Ну ты пытался, шоу-тайм, но это 1-1. Если мейджор возьмет, у нас еще одно внутри будет. Была новость даже на главный про офис Гудгейма, так что, ребят. Ну а за поддержку всем громадное спасибо. Сейчас хоп, донат прилетел за кресло просто. Стримы кто-нибудь смотрит. За поддержку громадное спасибо, ребят. Помните, что это необходимо, так как сейчас рекламы минимум, доход только с премиума фактически. Да с вашей поддержки. Вот квартира Пскове. Вот. Да с вашей поддержки. Квартиры Пскове продавай. Хорошая идея, братан. Давай ты мне как бы их дашь, а и продадим вместе. Было бы у меня хотя бы одна лишняя, уже было бы неплохо. Счет за рекламу это кресло производителем выставил. Ну, если ты приезжаешь, например, как я уже и говорил, в малиновом пиджаке, с ревчиком в спартачах просто, в конкретном, на спорте просто, костюме. У ревчика цепура, кастет. А я просто коллаж достаю, как бы, вот, передергиваю затвор в малиновом пиджачке, например. Тогда можно спрашивать, видимо, да, как бы, а так, наверное, никто давать не будет, походу, за рекламу, вот. Короче, вот такая вот прохлада, ребят, на самом деле, все это шутки шутками, но реально, реально. Все-таки это как, это не как реклама кресла с моей стороны, это людям помощь, кому нужно, да, как бы, потому что, ну, на самом деле, мне, в принципе, нравится все в кресле, как бы, и все ок. Ну что, 1-1, третья, которая может стать, опять же, последней, а может быть и не последней. Кресло самурай. Короче, ребят, давайте не будем про кресло, а то сегодня уже... Сегодня уже было, короче говоря, про курение, про бросание сигарет. В чатике начался такое просто это. С Малаховым эта шляпа, как это по первому-то, блин, забыла, вылетела из головы. Пусть говорят, да, там такое началось, вообще вспомнил. Вот. Я аж охренел, думаю, нифига себе.
Вроде как бы сам начал, но банить уже пора начинать. Парочку предупредительно там отправил. Вот. Так. Интересная у нас карта, ребят. Мне даже интересно стало посмотреть, что здесь произойдет. Минут 30 игру идет, смотрю за часиком, слежу, что вы там говорите. Вот. Все, отшутились, хорош. Давайте иду смотреть, что-то у Шоутайма тут 4 пробки зачем-то. Ну, вот он заметил, сразу берет одну. Пилончик около рампы ставит, молодец, но как-то далековато. Поближе, наверное, вот так, чтобы перекрывать. Вот здесь вот уже на подходе бы убивалось все. Мне почему интересно посмотреть, потому что я, у меня что-то эта карта провальнее всего на ладере. Я как-то, ну, мне и зерги здесь, и тираны шатают. То есть, а во втором Старкрафте я любил такие карты, где два направления, в первом точнее, где два направления надо оборонять. А здесь именно такая, что как бы с любой стороны нужно угрозу ожидать. Вот это, кстати, неплохой вариант развития событий, мне кажется, для Шоутайма. Смотрите. Здесь рампу бомбит, а будет на мэне что-нибудь ставить. Вот, смотрите, пилон какой жирненький получился здесь. А вот, уверчаш на пилон пошел. Мазеркор пытается майор подрезать здесь. Но не так-то просто это сделать. Что-то уверчаш здесь бомбит как надо вообще. Как надо. У которого 400 АПМ в первом Старкрафте было. Еще есть энергия, посмотрите, на 50 на оверчаш, еще оверчаш бомбить продолжает, переводит мейджор рабочих на вторую. Но Шоутайм не особо что-то здесь и теряет, я вам скажу, вообще с этого всего дела. Так, все, Мазеркор надо захватывать, очень хочет мейджор это сделать, но Мазеркор уходит сейчас, уйдет. Туда-сюда бегал, ничего не захватил в итоге. Надо было адепта ловить, а не на Мазеркор. Базарился на Мазеркор, не убил ничего, в общем-то, у нас мейджор. Шоутайм уже Старгейт готов. Начало для Протоса просто великолепное. По потерям, казалось бы, вроде как ресурс протерял. Ну, Т2 пилона там погибло, плюс отмененных очень много было. А так-то одну пробку всего потерял из юнитов. Вот, и 35-22 по рабам. Вот где ключевой момент. КСМ еще одну Шоутайм. 37-21, это уже катастрофа какая-то просто. Пилон под рампой жив до сих пор. Сейчас 50 энергии будет. Можно еще раз облететь и еще раз просто реактор здесь выбить, например. Так, флит бикон. Ой-ой-ой. Ой-ой, что Шоутайм творит? Он решил темпестами здесь наказать оппонента своего. Блин, ну темпесты интересный вариант. А что тут? Приходят со всех сторон к тебе, отсюда-отсюда, построй юнита, который в центре будет стоять и будет стрелять и в эту сторону, черт побери. Понимаю логику Шоутайма, в принципе, отчасти. Вот. А почему бы и нет? Так, залетел Оракул, сбил сейчас фокус, но улетел.
не смог забрить его, не смог этот циклон. Просканил Мейджор, видит Старгейты, видит Флитбикон, понимает, что темписты точечки пошли. Но сделать ничего не может. Копаются две минки, Revelation получает и минки, и медивак. То есть, пока он действует, их и смысла дропать-то особо нет. Первый темпест у нас готов. Ну, темпесты, конечно, это очень интересно, но с какой стороны на этой карте шатать-то темпестами этими? Вот в чем вопрос. Так, циклон Марик здесь, темпест залетает. Что он, почему стрелять собирается? Четыре темпеста уже у шоу-тайма. Пошел Твайлайт, сейчас скорость таки адептом будет. Фотонок добавляет на мейне на второй сейчас, чтобы, соответственно, перестраховаться от всяких вырывов мейджор. Что мейджор собирается делать, я пока понять не могу, если честно. Такое ощущение. Так, залетает две минки, минки копаются. Нужно отвести рабочих, шоу-тайм отводит рабочих. Убивает минку, она ничего не убила. Темпесты шатать продолжают. Здание можно атаковать, в принципе. Почему не атакуют, сейчас не понимаю. Шоу-тайм здание. Старпорт же ломал бы, например. Третья сэшка пошла. Ой-ой-ой, здесь два реактора с двух старпортов пошли викинги. Делается стимарики. Ну, барак всего один. А шоу-тайм-то готовит свич уже в наземные войска. Тут фарже плюс один. Гейты-то с варпом уже. Три гейта есть. И Твайлайт скорость таки адептом. Но он как бы из трех гейтов добавляет адептов и темпестов строит. Без остановки двух старгейтов. У него 5, сейчас уже 7 скоро будет. Когда их станет штук 10, темпестов уже очень тяжело будет контрить. Хотя викингов здесь много достаточно у мейджора, смотрите. Вот оракула, например, нет. Без оракула темпесты уже тоже не так эффективны на самом деле. Так, плюс 3 гейта, 6 скоро будет у шоу-тайма. Золото вовсю добывается. Лимиты ровные, правда, с мейджером. Сейчас мейджор на золото тоже выйдет, на самом деле, а строит викингов побольше. Тут не так-то все однозначно у шоу-тайма. Вот пораньше бы шторм бы добавить сюда, к этому миксу, вообще бы замечательно было. Но шторм пока не добавил. Шторм как-то поздновато. И вообще для что? Может, для архонов это делать? Ну, хотя не, архоны в этот микс, как бы, они в любой микс полезны практически будут. Но в этот микс... Шторм очень-очень нужен. Так, темпестов 7 штук. Сейчас еще 2 будет. 9. Мейджор выходит третьей ЦЦшечкой на золото. Сканит, видит темпестов прекрасно. Адепты пытаются зайти. Викингов уже 16 штук. Это достаточно. Сейчас 19 будет, чтобы убить все это количество темпестов, в принципе. Главное, чтобы по земле био не проваливалось количество, не проседало, то есть... Если будет чем по земле подраться, то все нормально будет уж у мейджора. Копится здесь так, в центре выгроз минералы все здесь тоже кончаются. На мейне золото добывается вовсю. По добыче сейчас шоу-тайма чуть повыше. Сейчас мувы прилетят, начнется и у мейджора добыча посерьезнее. Здесь можно камни пробить, тоже сзади базу взять. Шоу-тайм, кстати, и берет за своим золотом базу, камни пробил.
Вообще, какое-то затишье. Обычно для этой карты как-то что-то поактивнее, да, происходит. Здесь же вроде как все типа контролят, типа друг друга, в общем-то, видят все, что делают игроки, и никто никуда не рискует. Не идет, не летит дропами мейджор там какими. Но если бы у мейджора ситуация была получше изначально, я уверен, что он пытался бы как-то вот здесь дропаться, что-то такое делать. Но так как мейджор вначале затерпел очень жестко от этих пилонов и адептов и мазеркора Хараса. В итоге менеджер очень пассивно играет и пытается технологии выйти там в гастов, в викингов. Привет, президент. Ноут Lenovo не тестил вообще, честно говоря. Вот. Девайс, то есть мне прислали, а ноутис пришлют назад посылать, типа дорогие все эти темы. Не знаю, может в будущем заморочить, там, если сотрудничать буду с Lenovo еще долго, пока на полгода все это растянуто. За ноут не скажу, не видел, но вот мышка, например, мне вообще как бы понравилась, очень, на которой сейчас сижу. По-моему, она оптическая. Такая, которая поменьше, там два вида, их одна с грузиками побольше, другая поменьше. И наушники ничем не хуже моих предыдущих, в принципе, тоже. Как бы я не смотрел цену, насколько они дороже, дешевле других девайсов, но по качеству ничем не уступают, а то и лучше даже, наверное, всяких... Многих, короче говоря, потому что все не юзал там. Razer, да, были у меня там. Rockcat и видел там какие, но они стоят космос, как бы. Ну и качественные тоже, да, там. Logitech, что-то вот G100 у меня две мышки было, клики сломаются тоже, как в Абисусе проблема такая. То есть как-то хреновее стали, чем 300-ки в свое время, 500-ки. Ну, они стоят такое дешево. Ну и посмотрите, ребят. Короче, что-то я зарассуждался здесь. Тринадцать темпестов сейчас будет. Вот, блин, почему такие все вот в Европе, я не знаю, что у темп. Уже 14 темпестов построил, только первую атаку делает. Представьте, если бы они с двумя уже были, третья делает. Совершенно другое качество этого лимита было. Они так бы бомбили в этом. Что у мейджора у самого бомбило. 15 темпестов уже у шоу-тайма и по земле прикрытие. То есть, фактически, в чем смысл этого стиля? Начал выходить в лейт с двух бас и, как бы, медленно, но верно миксовал, наоборот, такие саппорт для этих юнитов, поддержку наземную. То есть, то, что обычно строится в начале, чем воюют, а только потом выходят темпестов. Так, здесь викинги летают. Ой, викингов много. 22. Ну, темпестов, как видите, у них почти очень проблема. Так, шоу-тайм проводится сюда. Гасты есть. Гасты будут, не знаю, снайпершить или что делать. Так, тройной дроп от мейджора пошел. Шоу-тайм уже начинает агрессивничать, как вы видите. Так, викинги здесь летают. Ну, с темпестами шутки плохи, с такими количествами. Минки очень внимателен. Шоу-тайм, минки все видят прекрасно. Плюс темпестов в чем? Вот дроп видит этот, можно просто назад их отвести сейчас. А, вообще, куда мейджор летит? На дальнюю базу, здесь штормы есть, все есть. Шоу-тайм в это время давит темпестов 16 штук. Викинги пока даже драться с ними не могут. Здесь под штормы все попадает. Со штормами вообще дров мясо ушатывает здесь в итоге шоу-тайм. Но от мейджора какие МП хорошие пошли. Викинги, марики идут вперед. Но похоже ни викингов, ни мариков недостаточно. Темпесты сейчас держатся. Хотя нет, темпестов много погибло. Но по земле кончается все. У тирана нечем драться с архонами. И архоны все разрывают. ГГ пишет мейджор. Шоу-тайм. 2-1 побеждает, и не будет у нас второго бутри, к сожалению, сегодня. Поэтому делаю стоп-старт и возвращаюсь к вам через минуточку. Через 2 минуты, точнее.